Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 19 апреля. Все, видите, у нас весна, лужи. Снежок еще идет местами вот так вот. Ой, ну в общем, эти выходные у меня ездил я в Петрозаводск по делам. Не до этого было мне. Вот, так что сегодня крайний выходной, завтра на смены. Не знаю еще с этим вирусом, как меня пустят в город. Город закрыли, короче, у нас. И как попадать, непонятно буду. Вот, причем я узнал об этом только вчера. Вот, и сейчас мы с вами на Ондатре поедем на рыбалку. В общем, решил я выгулять вездеход. Поехали ловить окушков и плотвичек. Не знаю, рядом тут с поселком, недалеко. Вот, решил, чтобы день зря не пропадал, съездить, половить рыбку. Ну что, погнали? Класс, брызги во все стороны. Видите, каша такая. Снега тут бабахнуло, сейчас лед быстро сожрет. Сзади такие летят эти, блин. Метров на 5, наверное. Высоту, наверное, метра на 3 летит. И туда еще метров на 5, короче. Снег из-под гусениц. В общем, вот тут вот ручей. Такой вот. И будем сейчас ловить рыбку. Вот должно поклевывать вот в этих лунках, не знаю. Сейчас, короче, сосед еще Леха подъедет, который засветился со мной тут на РЕН-ТВ с Ондатрой. Смеялись. Ролик мой взяли, короче, использовали. Хохма. У меня на странице ВКонтакте есть. Кто хочет, может посмотреть. Думал, первоапрельская шутка. Думал, шутят люди, что меня видели, говорит, по РЕН-ТВ. Оказывается, нет. И смех, и грех. Ладно, короче, близко подъезжать не стал. Сейчас вот тут вот попробуем. Сначала порыбачить. Вот тут вот лунки закормленные должны быть. Народ тут у нас поселок рыбачит. Уже нарыбачили все, так уже и никого нет. Обычно тут прям очередь устраивается. Ну все, глушим вездеход. И начинаем рыбалку. Так, тут все быстренько накидал. Это так и не зашил, потому что нету, блин. Кислоты до сих пор нету. Нигде. Леха едет. Видите, каша какая. Ленка, Леха и собака Тайсон. Медленно ко мне подползает. Будем ловить рыбку. Утки тут вокруг смеются. Хихикают. Охоту закрыли, дебилы. Я их по-другому назвать и не могу. У нас кто придумал закрыть охоту, это дебилы. Внятных объяснений я так и не понял, почему они закрыли охоту. Я вот один все время хожу. И что, коронавирус у меня или чего? Наоборот, меньше с людьми контактируешь. Да? Вот Леха едет.
Тайсон там лает уже. Так-так-так-так-так-так-так-так ползет на Ниве. Ну что, блин, Леха, ты там будешь привет передавать кому, не? Нет. Не будешь? Все. Нас разыскивает милиция. После идеи не хочется, да? Тебя не показывать? Нет. Короче, вот тут Лена вон плотвички поймала пару штук. Таких хороших. Ну вот такие окушки поклевывать. Сидишь тут вот. Нет-нет, что-то клюнет. Ну так. Вайтовая такая рыбалка. Лехи вон какая, табуретка рыбацкая. Вообще Ленкина или Лехина, я так и не понял. Лехина. Лехина? Так что ловим окушков. Ботвины такие хорошие. Может, похоже, получше будет клевать. Пока вот как-то так. Сидишь нудно, но поклевывает, но редко. То есть надо высиживать надо рыбу. Так, Леха у нас поймал сега. Леха, у тебя можно килограмм сега в день. Да? Что ты будешь с ним делать? Кушать. Нормально. Так, нудное сидение такое. Иногда что-то клюет. Сигатку покажу. Ну, хер знает насчет огурцов. Вот такой вот сижок. Сегодня поздравлял его. И, короче, это... Я, говорит, больше на праздники эти святые. Кыш. Фу. Кыш. Фу. Ой, облазился. Ничего делать не буду. Вон, как и дед этот наш. Одногодок практически. У меня, говорит, этот сосед по даче. Решил гнать самогон. Вот как раз на этот праздник. Но с картошки. Ну, видать, знаешь, вот бы выпил или еще чего, я не знаю, в общем, ну, всяко бывает. Ну, нельзя ее там, короче, нагревать очень много. Видать, забилась эта трубка, бак взорвался, пожар. Вон, давай тушить, провода рубить эти на даче. Ну, в общем, короче, промазал себе, ну, там все, дымовуха, да все, горит. Себе ногу порубил. А до поликлиники, до ближайшей там дачи 5 километров. Короче, чуть ноги не лишился. Ответственно. Ну, погулял, да? Да. Вот сегодня дядька говорил-то. Они вот уехали на КамАЗ, когда это стройка только началась. Самая первая-то. И, короче, а та же много. Симаковичи туда уехали. Павлов Валерка был там. Романовы, Катя, Зои, там все же начинающие. Потом они все вернулись. Я тоже в Троицу стирала, летнюю кухню спалила. Молодец. Ну, бывает. Чего? Нельзя церковные праздники ничего делать. Так вот именно, он сказал это... Я зарекся, чтоб я еще где-то... У него тоже были какие-то такие, вот, что... Ну, если нельзя, то нельзя. Да. Ну, как говорится, и на старуху бывает проруха, но на самом деле это серьезно так-то как-то. Ну так же на работе там наряд выдают, мы. Так нельзя же ничего делать. Так вот. Лёха узнает, где клюет рыба. Поедем, может, потом. Ленка вон, пес приперся с поселка. Сказали не снимать, но я все тихонько сниму. Ну, вот. Смотри, она не это. Там была когда-то старая, давным-давно. Может быть. Мне завтра на работу, но, блин, прикол в том, что сейчас могут еще в Костомук что-то не пропустить. Ну почему? У тебя паспорт есть. А я прописан тут. А? Ну не знаю. Дашь телефон, созвонится. Вчера распоряжение там вышло от Кондракова, что типа все, кто приезжает с Петрозаводска, двухнедельный карантин. А я вчера с Петрозаводска приехал. И, короче, сейчас не знаю. Сейчас меня посадят на карантин. Я мастеру звонил, говорю, так может мне и не ехать, а лучше тут, говорю, две недели рыбу половлю, чем в городе сидеть. Что тебе сказать-то? Думай сам. Вот попросил, он сказал, узнает, я говорю. Поедет, если...
Я говорю, лучше меня тут закройте, чем в городе делать нечего. Говорю, лучше рыбу ловить буду. Ну конечно, а там сидеть в этой... Я вообще не люблю там сидеть. Работать нельзя, в смысле? То, что праздник? Дома! Так я говорю, что это серьезная вещь, по идее. А, ну да, да. Что это? Праздник такой, да? Ну, святой, по идее, это, ну, как да, тебе да. сказать? Мы можем, молодые, как отмахнуться, а на самом деле, вон, я тебе рассказал про дядьку это. Найти. Что значит работать? Ну что значит работать? Где тут? Ты что тут? Землю копаешь или что, блин? Да, это работа не считается. Ну... Знаешь, так можно и дома, блядь, сказать. Ты ложись на диван и лежи, блядь, трупом, нах, чтоб не ходил. Ходишь, тоже работаешь. Вот можно так и рассказывать все. Вот Благовещение. Девка косы не... не плетет, птичка гнездышко не вьет. Да. Это вот, представляете, что вообще не надо двигаться. И это святое же было, это вот за неделю до этого. Лег на диван и лежишь. Да, ну... на мандошке. Нет, кстати, насчет вальшнапа. В том году уже снег выпал, да все. Представляете, это я как раз на улице был. Захожу домой. У моей и у тещи вот глаза такие, кто-то в окно кинул камнем или чем-то. Но. А вот если птица бьется в стекло, тоже это нехорошо. Нехорошо, это. Да. Ага. Но. Ну такой удар, говорит, Коля, я только захожу. Я выбегаю, вальшнап лежит. Представляешь, где он был? Вот снег уже вот выпал. Вот, я не помню, октябрь какой-то. Я тоже он... так же видел таких, да. Но. По снегу. И, короче, я подбегаю, он вот. Оклемался, да? Не, ну лежит, ну да вижу бля, живой. Бля, чего делать с ним? Ух ты, бляха, ни хрена себе. Что-то хорошее? Да, что-то так со дна прям поднялось. Ну, короче, я его в охапку, ну куда, в баню занес, коробку там постелил, там все это. В общем, ну дубачок уже такой был. Но водички положил, а он лежит весь, долгоносик. Но, и, короче, этот... Хлеба накрошил, да все там, этих опарыш был, да все там, ну жалко, но видно, что живой, глаза-то эти вот у него. Да, большие, но. Ага, но, и, короче, этот, утром прихожу, он в угол забился туда, ну, как бы его не испугать, чтобы не разбился, знаешь, вот, в стену куда-то. Я тихонько-тихонько раз его оттуда вот этот, взял этот, метелочкой так, раз-раз-раз на улицу. Не пил ничего, в общем, короче, не ел, взлетел, пук, улетел. Ну, слава тебе, Господь. 2 недели назад ехали, рысь огромная такая, взрослая, видать, такая кошка, под кладбищем, под этой горкой. Возле Костомукша? Ага. И, короче, это... Едем, Аня как раз тоже была, бабушку везли сюда, и это, несется, даже не поняли, собака, нет, ну, видно уже, потом уже, подъехали, и 3 вороны гонят ее, она, видать, унюхала, кто-то этот, зайца сбил, под самой горой, там, 3-4 вороны сидят, она, видать, к этому, на кровь, и эти поднялись, ее погнали оттуда. Ну, здоровущая такая, ну, как здоровущая, она худая, но высокая такая, но... Сюда приезжаешь, эти синички, птички просто... В городе этого нету, да? Да, в городе вообще... Ну, не то. Есть, конечно, но совсем не то. Да, не то, не то. Но тут земля Тел, это грязюка, но все равно как-то для души это вот... Ой. Пахнет весной, блин. Ну, вот это точно, вот это день и ночь. С городом... Блин. Все, рыбалка кончилась. Клёв будет бешеный, на. Ладненько, ребята. Ну что ты не берешь, блин? Это слишком какой-то ребенок, блин, совсем. Совсем ребенок. Я-то толку не мелкого отпустил. Он. А что ты не берешь? Я говорю, нахрен он нужен. Курицам же, блин. Не... А, у вас кур есть? Держите. Там забрал, окуней покрупнее забрал. Это. Ого. И, короче... Ромка, убирай танк с моей лунки. Может, я там буду снимать. Где? Так отодвинулся. Я, блин, наехал, не заметил. Ребята, на кушка поменяй коту. Поменяй. Ладненько, удачи вам. Все, что ли? Все, что ли? А, хватит, не. Сейчас уже не будет, уже завтра ехать до всем. Сейчас открыть.
Ну нельзя типа ничего делать. Ну. Так сколько нам этой рыбы-то надо-то? А? Сколько нам этой рыбы-то надо? Коту поймай, да и все. На уху. Дядь Коля приезжал. Вот. С города на Дастере. На рыбалку. Вот такую половину поймал сейчас. На нижнюю мормышку клюет. Продолжаем рыбалку. Короче, он говорит, вопросов больше, чем ответов. Говорит, тебе приехать все равно надо будет что-то там подписать, якобы. Но в то же время и... Я говорю, ты понимаешь, что меня посадят там? Он говорит, ты должен сидеть по месту прописки. Я говорю, тогда тут. Тебя должны проверять. Я говорю, ну пусть приезжают, проверяют. Да. Каждый день. Это же дурдом. Тайсон, ты что, жрать хочешь? Кашу эту жрешь, блин? Совсем ты, что ли? Где он кашу жрет? Лунки Тайсон достает под корм, прикормку, бля. Доедать червей и сматываем удочки. Да. Это вы смотрите, лунки вылавливают бананы эти сушеные. Бананы ест? Накидали каши с бананами, блин, со всякой там, как это, мюсли туда, короче. Теперь собака ищет эти мюсли. Достает их оттуда. Потом там весной херачат. Да, мне кажется, там достаточно один раз. О, что-то хорошее. Котелок. Бляха. Блядь, где-то зацепилось. И сорвалось. Да. Но, блин, что-то нормальное такое было. Края утки шершавые. Подмыло течением. И, короче, блин, за них цепляется. Татоша, блин. Татоша на гусеницах. Думаю, ты на него ружье наводишь. Да нету ничего. Ну-ка, не трогай рыбу. Блять, мама Леша, Леша, собака поплыл, да вылезет он? О! С открытием купального сезона, довольный такой, смотри. Я его сейчас машину закрою. Ленка, он не дурак же, выплывет. Открыл купальный сезон. Ну что она там заскулила, Лена? Ну вот что-то, блин, уже голова торчит только. Все, научился, теперь не будет больше ходить туда. Ваша память длинная осталась, блин, то на следующий год забудет. Сегодня Пасха, дорогие друзья. Вот. Пасхальная рыбалка, короче. Сейчас будем яйца есть. О. Леха вытянул. Еленка вытянула тут, во, нормально. Мне она может тоже очень клюла. Вот тут пока я лебедей снимал. Поперли. Он надо льдом летят. Пока ничего не понятно. Смотрим, кто у нас тут сидит. Там уже, блин, хороводы. Так, дядька Вовка Романов. Медичка, стопудово. Медичка. Да, Олегыч, судя по походке. Ну, короче, там грядка. Народ у нас
Пасху праздную. Я бы тоже сегодня бы поддал, но завтра на работу. И сегодня ехать надо. Вот так, немножко. В смысле. Можно было накатить, но никак. Сейчас мы еще плотву прикормим тут. Да блин, дергала только что и убежала. Два дергала? Наверное. Сейчас мы скорлупой прикормим. Мы раньше так скорлупы, я помню, насыпали, короче. Да, и потом видно, то есть рыба как плавает, то есть вода тут у нас не сильно чистая, а на дне, когда скорлупа лежит, прям видно рыбу. Вот какой закат красивый. Вот так вот вечер посидели, короче. Так половили. Лехе отдал мелочь курицам. Ну, вот такие вот плотвички хорошие. Ну, сегодня не клюет, сказали. Так как клевало до этого. Как всегда, как только я приезжаю, не клюет. Ладно, едем домой, собираемся. Баня топится сейчас. В баню еще сходим. Давайте, всем пока. Увидимся на канале. Еще раз вас с праздником, с Пасхой. Вот так вот, брызги сзади летят, блин. Капец. Ладно, едем домой, дорогие друзья. Вот так вот. Снег такой он. И узоры вот такие от гусениц получаются. Круто. Сейчас я вам покажу, смотрите, я туда ехал. Хорошо на скорости. Смотрите, сейчас я покажу. То есть где-то внизу камни. Можно влететь вот так вот.
Сейчас пойдем сходим, посмотрим. Че там? Я вот туда шел. То есть на скорости. Ну тут промоину, видите, на озере. Ну тут пипец, блин. Провалился. Вот так вот. Уже все, тут уже. Это не двойной лед, я вижу, что там камень. Это такие промоины. Будьте аккуратней. Вот. Но это вот тут камни. От камней вот так вот оттаивает. Туда шел. Я даже не почувствовал, честно скажу. Вот правой стороной здесь провалился где-то. Ладно, все, на этом все. Кому понравилась такая вот пасхальная рыбалка. Я сразу знал, что улова сильного не будет. Просто поехал скоротать вечерок. Кому понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Всем пока. Увидимся на канале.